Здравствуйте, друзья, доброе утро, четверг, еду на работу после недельного отсутствия. И вот посмотрел я как бы основные новости, что за недельку произошло. И как раз сегодня у нас то, что называется breaking news. У нас палата представителей большинством там в пару голосов приняла бюджет. Там процесс был такой немножко там туда-сюда это все ходило, но вот сегодня как бы приняли бюджет. И это в силу тонкостей, которые там как бы встроены, открывает путь к тому, чтобы финансовую вот эту вот реформу, налоговую, я извиняюсь, реформу принять не большинством в Сенате, не принять не большинством в там 60 голосов как минимум, да, а принять простым большинством. Есть такие как бы способы обойти. Вот, вот как бы принятый бюджет дает такой путь. И надо сказать, что с минимальным совершенно большинством был принят этот закон палатой представителей. Он еще не закон, вот, но ну как бы там его подписать еще должен президент. Но во всяком случае принят был с минимальным преимуществом, потому что там есть одна фишечка, о которой мы сейчас поговорим, и которая является очень болезненной. Давайте мы немножко сейчас издалека начнем и скажем, что бюджет Соединенных Штатов уже достаточно давно, многие годы, является таким дефицитным, да, то есть тратится больше денег, чем поступает бюджет, соответственно, там одалживаются облигации, выпускаются всевозможные и так далее. И общая идея, вот как бы, вот это движение как бы республиканцев в сторону снижения налогов, они вообще как партии исторически всегда были на стороне снижения налогов. Меньше правительства, как бы больше инициативу отдавать людям там на места и так далее. Это как бы давняя тенденция. Но вот проблема в том, что у страны есть расходы. Если бы у страны не было расходов, понимаете, если бы вот просто разворовывался бы вот этот вот налоговый, так сказать, капитал, да, просто бы разворовывался, сказали, сейчас воришкам по рукам, бум, все. Но нет, у страны таки есть расходы, понимаете, надо содержать на этот бюджет очень много чего. И вооруженные силы, и там иммиграционные дела, и так далее, и так далее, и так далее. И вот на это вот денег не хватает. Поэтому основной вопрос всякой налоговой реформы состоит в том, а деньги откуда взять? Ну хорошо, мы сейчас понизим налоги, и все очень радуются. Вот люди, которые платят налоги, всегда радуются идее не платить налоги. То есть им как бы вот радостно, мы их понимаем. Люди, которым не нравится платить налоги, это практически все. Эти люди делятся на две категории. Одна категория просто говорит, я проголосую за все, где снизят налоги. Другие говорят, другие, их немного. Они говорят, а деньги-то откуда будут? Ну вот, все-таки у нас же есть расходы тоже. Говорят, а деньги откуда? Почему они это говорят? Потому что чувствуют подсознательно, что платить кому-то придется, и скорее всего прямо им. Потому что, ну а кто должен платить? Ну, что, богатые, что ли, будут платить? Нет, богатые только богатеют. А значит, платить должны бедные. Ну, что я вам рассказываю, вы же знаете. Вот, что вы живете в таком мире тоже. И вот, значит, если Обаму все время критиковали за то, что он увеличил государственный долг, действительно сильно увеличил государственный долг, то хотя бы мы можем сказать, ну да, но вот рецессия была, плохо было в экономике. Хотя бы какое-то к этому делу есть объяснение. Ну, оно, может быть, не очень нас устроит, но во всяком случае, да, было плохо, да, это позволило смягчить удар, который, значит, был бы иначе еще более сильным по людям и так далее. Сейчас, в общем-то, не то, что безработица минимальная, ну, то есть практически никакой. Вот, и, собственно, чего нам, ну, в долги-то залезать. То есть, понимаете? То есть, если налоговая реформа увеличивает государственный долг,
то помилуйте, это ничем не отличается от Обамы. То есть, но если Обама хотя бы там пытался кого-то от чего-то защитить, то здесь кого мы защищаем-то, я не понял. То есть мы берем в долг, фактически воруем у будущих поколений. И ради того, чтобы что произошло, я не понял. Чтобы кто-то там как-то меньше налогов заплатил. А кто? А мы знаем даже, кто это будет. Мы хорошо знаем, кто. И вот, ну нет, не то, что нам всем сказали, но мы догадываемся. И вот есть один такой элемент в федеральном налогообложении, потому что есть налогообложение штатов, а есть на уровне штата, а есть вот налоги федеральные. Если я живу в штате Калифорния, например, и я плачу налог штата Калифорния, ну, там, не знаю, там, пусть будет 10%, я точно не знаю. Ну, скажем, с зарплаты там, вот живет семья. Семья зарабатывает 150 тысяч в год. Вот у нас тут в Кремниевой долине это обычное дело. И платит 10% налог штата Калифорния. Это, соответственно, получается 15 тысяч в год. И когда вычисляется налог федеральный, то говорят, ну хорошо, вот эти 15 тысяч, которые заплачены в калифорнийскую казну, мы вычитаем из налогооблагаемой суммы. Ну, такой симпатичная такой, симпатичная фишечка такая. Соответственно, если, допустим, у этой семьи, которая получает 150 тысяч, если у этой семьи налоговая шкала там что-нибудь, ну, допустим, они платят там где-нибудь 35% с этой суммы, 38-35% с этой суммы, то, соответственно, с 15 тысяч 38%, ну, там, скажем, 5,5-6 тысяч. Вот у них 5,5-6 тысяч экономии. Что приятно. Дальше что получается? Поскольку дыра в бюджете, ну в том смысле, что мы хотим сократить налоги, кроме той дыры, которая всегда была, мы хотим сократить налоги, ну надо же как-то, чтобы поступало что-то. И говорят, давайте мы вот перекроем вот это вот, пусть штаты, пусть федеральный налог, значит, таксуют эти деньги, которые раньше не таксовали. Это даст нам вот приток, там, ну там подсчитано там триллион долларов там на ближайшие 10 лет. А при этом, при всем, налоговая структура такова, что примерно 1,5 триллиона, даже с этим, 1,5 триллиона дефицит, значит, этот ляжет на государственный долг. То есть за эти же 10 лет государственный долг вырастет вот на 1,5 триллиона, даже вот с этим триллионом, которым компенсируют. То есть, грубо говоря, идет заимствование денег для того, чтобы сейчас чего-то снизить какие-то так, что само по себе, на самом деле, ну, я не знаю, ну, кроме как безответственным, это назвать нельзя никак. Ну, тем не менее. Но дело в том, что есть штаты с высокими налогами штата. Ну, скажем, если там налог где-то 3%, это одно. А если налог, допустим, 8, 9, 10, вот, скажем, как в Калифорнии, там, в Нью-Джерси, в Нью-Йорке и так далее. Ну, тогда это очень существенно. То есть пишут, что сегодня я прочитал, что примерно треть населения имеет вот как бы для них существенно вот эта фишечка. Поэтому, к сожалению, нету никакой такой идеи экономической, которая позволила бы сократить налоги, одновременно повысив поступления в казну через, допустим, оживление экономики, там через, ну, что-то такое, понимаете? То есть, если когда-то Рейган тоже, вот он с этим тоже шел, он говорил, что мы сейчас налоги понизим, но поступление в казну увеличится, потому что мы активизируем экономику. И даже, может быть, на годик там, на полтора, вот хватило вот этого вот, да, а потом опять растратили, разворовали, и, в общем, все как всегда. Вот, и получилась большая такая серьезная рецессия с очень долгоиграющими последствиями. То есть мы до сих пор на самом деле расхлебываем. И вот, не то что расхлебываем, но вот другая страна стала после этого. И вот как бы снова такой заход. То есть они говорят, деньги появятся, ну,
потому что вы же их вот прямо тут зарыли, значит, они тут должны прорасти. Вот поле чудес, знаете, вот это вот, в стране дураков зарыл, должно вырасти, монетки сейчас вырастут. Ну, так. Во всяком случае, я знаю каких-то людей, вот в Калифорнии, например, которые так радостно голосовали за Трампа, и когда я их спрашивал, а что, вот они говорят, ну вот же налоги понизят. Значит, я хочу сказать, что их развели. То есть они как раз за всех и будут платить. Так что можно было бы сказать, например, что есть такая тоже линия. Говорят, что такие штаты, как Калифорния, там Нью-Джерси, Нью-Йорк и так далее, как бы их субсидируют маленькие штаты, потому что эти получают как бы дотацию в виде невзятых налогов, а у тех нет такой дотации, и как бы вот в госбюджет как бы эти штаты не додают. И если бы эту фишечку убрали, без того, чтобы снижать налоги, без того, чтобы создавать дополнительный дефицит, это было бы разумно. Можно было сказать, да, есть некий перекос, значит, пусть платят все одинаково, вот, да, как бы, и пусть маленькие штаты не финансируют там большие, и пусть у маленьких штатов от этого что-то появится, но у них ничего не появится, потому что у них просто усугубятся те проблемы, которые и так есть, потому что все равно дефицит бюджета будет увеличиваться, все равно будет расти государственный долг, и в ситуации, когда, казалось бы, можно было бы как-то подсобраться и что-то сделать с этим долгом, и, может быть, ну, что-то такое, да, правда? Вот, он будет расти. Тут еще одна такая, знаете, есть трезвые голоса тоже на республиканской стороне. Кроме того, на республиканской стороне есть так называемый fiscal conservatives, то есть люди, которые требуют, чтобы бюджет был сбалансирован. Такие яростные критики Обамы, но они принципиальные, то есть они тут говорят, так не должно быть, вот должно быть, то есть бюджет надо балансировать. То есть мы не должны этим заниматься, разбалансировкой дальнейшей. Но тут есть тонкость одна. Дело в том, что вот за те 9 месяцев, которые у нас уже президент при должности, да, там с 21 января, это уже, да, 9 месяцев, какая-то эпическая катастрофа на республиканской стороне, то есть какая-то патологическая неспособность сделать вообще ничего. То есть имея в одной партии и президентский пост, и большинство в обеих палатах, вот все их инициативы погибли. То есть они в основном сами с собой не могли договориться. Не с демократами, что не предполагалось. Это даже как бы демократы не в счет, но даже сами с собой. И вот теперь как бы возможность с налогами что-то такое. Они смотрят на это как на какую-то историческую возможность показать, что они не полная катастрофа, а все-таки они, может быть, даже почти герои. Вот они сейчас как примут эти налоги, и все забудут, что они все до этого профукали. Ну, я не знаю там, что они себе думают, но во всяком случае, с учетом того, что бюджет не балансируется в правильную сторону, а наоборот, с учетом того, что никаких новых денег они не генерят, то есть это может показаться каким-то временным решением кому-то, но в долгосрочном, в более долгосрочном, отсрочном таком плане ничего хорошего там нет. И может быть, они так далеко и не смотрят, может быть, им там до ближайших выборов, знаете, как вот у них, какой у тебя там таймфрейм, вот до ближайших выборов, а дальше что? А дальше еще что-нибудь. Слава богу, есть кому втюхивать это все. Поэтому такая вот история. Мое видение, как бы, да, вот я так смотрю на это. То есть энтузиазм такой политический, он такой, знаете, я бы сказал, показной. Вот каждый раз, когда у них очередная катастрофа, и они кричат, что они всех победили очередной раз. Вот сейчас я не знаю, они пока тоже никого не победили еще. И не знаю, победят ли. То есть
насколько им хватит большинства, когда дойдет до налоговой реформы. То есть одно дело, бюджет приняли сейчас. Это не налоговая реформа, это бюджет. Когда дойдет до налоговой реформы, когда пойдут всевозможные там, поправки, потому что конгрессмены, республиканцы от тех штатов, где высокие налоги штата, они голосовали против. Это именно поэтому в палате представителей, где большинство республиканцев такое достаточно существенное, вот поэтому всего два голоса было при голосовании, потому что 20 человек республиканцев голосовали вместе с демократами, потому что это им будет стоить поста там в палате представителей, если они будут голосовать за то, чтобы своих избирателей, значит, дополнительным налогом обложить. Вообще потрясающе. Поэтому эта вещь не безобидная. Она, как минимум, может стоить должности республиканским конгрессменам в палате представителей. Вот сейчас же выборы будут, вот еще год, и полностью переизбирается палата представителей, полностью. И те из них, кто из вот этих штатов, это помимо там общей непопулярности Трампа там и так далее, но вот одного этого достаточно, на самом деле. Поэтому я даже не знаю, эта штука дорогая очень для республиканцев тоже. Но вот им сегодня нужен вот этот глоток, чтобы уйти с позиции вот этой вот политической параши и куда-то переместиться на какую-то менее такую лузерскую коечку там в политической камере вот этой вот. Так что, ну, посмотрим. В общем, я так не то что дежурю по Америке в целом, но вот мы просто о налогах. Все, ребят, счастливо и до скорых встреч.